Решительный шаг к цифровизации. Больше половины всех уголовных дел расследуется следователями и дознавателями Северо-Казахстанской области в электронном формате. С начала года 954 уголовных правонарушения внесены в единый реестр досудебных расследований. Подробности далее. Оперативность, мобильность, прозрачность. Следователи и дознаватели полиции Северо-Казахстанской области продолжают расследовать уголовные дела не на бумаге, а на компьютерах. Преимуществ достаточно. Что необходимо для производства электронного уголовного дела? То есть это два монитора непосредственно. Один монитор, который работает орган уголовного преследования, и второй монитор, в котором могут изучать постановления, составленные следователем, сами участники уголовного процесса. Также у нас имеется стилус и планшет, на котором участник уголовного процесса непосредственно может поставить свою подпись. И датчик. Датчик предназначен для того, чтобы биодатчик, отпечаток пальца. Непосредственно следователь может пользоваться шифрованием данных. В подразделениях полиции области трудятся 138 следователей и 43 дознавателя. На сегодня расследование уголовных дел в электронном формате доходит до 80%. С начала года всеми территориальными подразделениями полиции в единый реестр досудебных расследований внесено 954 уголовных правонарушения. Из них по 772 делам назначен электронный формат. Электронное уголовное дело обеспечивает, во-первых, прозрачность всего уголовного процесса на стадии досудебного расследования, возможность ознакомления участников уголовного процесса с материалами дела в режиме онлайн, без посещения органа уголовного преследования. И к тому же обеспечивает возможность руководителя подразделений ознакомиться с материалами дела и давать указания по ним следователям и дознавателям, расследующим данные уголовные дела. Для комфортной и продуктивной работы в модуле электронных уголовных дел для следователей и дознавателей создано 134 рабочих места. Планируется оснастить еще 90. Предназначены они для работы оперативников, ювенальных полицейских, участковых инспекторов полиции и других подразделений. Илья Кудряков при поддержке пресс-службы областного департамента полиции.